Здравствуйте, девочки. Хочу сегодня сделать макияж очередной вот с такой палеточкой от La Mer. Я хочу еще с ней поиграться, что-нибудь напридумывать такое эдакое. Мне она очень нравится. Так, кожу мы подготовили к макияжу. Сейчас наношу вот такое от Faberlic базу, так сказать, под макияж. Мне она нравится. Наношу BB-крем от Эвелин. Мы должны быть всегда красивыми, всегда ухоженными. Несмотря ни на какие невзгоды, несмотря ни на какие неприятности, забывать о себе, красивый, любимый, никто не должен. Кто еще за нас побеспокоится, кроме нас самих? Так же? Остаточки с полножиком все снимаем. Глазами припудриваю. Занимает всегда столько много времени, и до сих пор я не научилась их оформлять. Это будет своя такой как бы подложкой под. Спокойно. Муж у меня работает все праздники. Я занимаюсь собой, крашусь, вам видео снимаю. Замечательно, скоро эта лафа закончится. Выйду на работу, и начнется у меня годовой отчет. Ой, даже не хочу об этом вспоминать. Растушевываю своей любимицей. Нет, где она? Вот это. Под бровь я всегда делаю пудрой. Пудра мне очень нравится. Берешь, все недостатки она тебе убирает. Многие берут хайлайтером под бровь, наносят, но мне не особо это нравится, потому что у меня форма глаз совершенно другая. И мне кажется, если я сюда нанесу еще хайлайтер, это будет как-то вульгарно. Я просто пудрой всегда
здесь прохожусь. И ништяк. Вот этот на уголочек нанесу. Так, ну, наверное, по центру глазика хочу нанести вот этот. Наверное, попробую пальчиком. Видно? Да, этот оттенок такой более жестковатый. На камере он смотрится не так, как вживую. Так, в уголочек вот сюда, вот этот белый. Опять потеряла. Сначала стрелки, а потом уже внизу глаза. Я уже рассказывала вам, что я не представляю свой макияж без стрелок. Стрелки – это все в моем макияже. Не могу. У меня какой-то глаз сразу, не глаз, не теряется. У меня такое еще ощущение, что когда я родилась, я сразу стала делать себе стрелки. Не знаю. Так, а что же мы по низу? По низу я, наверное, еще раз пройдусь вот этим, по низу вот этим нанесу такой цвет.
хочу сделать нижнее веко намного побольше. Так, сначала я нанесла вот этот и растушевываю вот этим светленьким. Так, осталось ресницы. Так, ресницы беру, тушь Фабер. Мы вроде закончили. Ну, контуринг у меня отломали. Хайлайтер вот такой, маленький, мелкий. Так, румяшки. Румяшки путаю. Старые, престарые. Я возьму какую помаду. Я не подготовилась. Фаберлик. Помада у меня будет от Фаберлик. Номер. Я не вижу. Не отсвечивает. Давайте так нажатием. Раз. Вот такая красота. Ну как? Красиво? Я тоже думаю, что ничего. В 53 года, я думаю, что пойдет.